Всем привет. Вот, хочу из полиуретана 80-го залить подушку на десятку, на коробку, потому что я покупаю новые, и у них вот эти резинки, они, блин, мягкие, и мотает постоянно у меня эту коробку. Вот на 3D принтере распечатал центраторы, ну, вот такие, вот что же стоит поставить. Вот, это так поставлю, и сверху накрою все же центратором и залью сбоку, вот. Так, заклею еще скотчем вот, и залью. Посмотрим, как получится. Полиуретан 80-й. По жесткий, я полностью сплошный ком все залью. Может, не будет болтаться эта коробка. Вот, тут зачистил все. Это как? А, вынимал как резина? Старая подушка. Я ее чуть-чуть пропилил тут. Ну, можно было не пропиливать. Я поджег, короче, ее. Поджег, керосином полил, поджег. Ну, чтобы высокой температуры не было, кирпичами обложил, чтобы медленно выгорало. А потом болгаркой зачистил тут все, но тут еще пришлось этим шлифмашинкой такой специальной. Я здесь алюминиевую тоже почистил, ну чтобы адгезия была хорошая, надо обезжирить и почистить. Короче, результат покажу.